рада приветствовать вас в этот день, такой долгожданный, такой волнительный и такой важный для вас и для ваших близких. Степан и Анастасия, через несколько мгновений вот эти прекрасные обручальные кольца засияют на ваших пальцах. Говорят, что у металла, особенно драгоценного, есть память. Поэтому сегодня вы можете превратить свои кольца не просто в украшения, но в самые настоящие талисманы, которые всегда будут оберегать вас. Для этого, надевая друг другу кольца, постарайтесь передать холодному металлу частичку вашего горячего чувства. И тогда даже вдали друг от друга вы будете ощущать тепло родного человека на безымянном пальце правой руки. Обмениваясь кольцами, произнесите: «Пусть моя любовь хранит тебя». Любимая, я безумно рад тому дню, когда мы встретились. Безумно счастлив с тобой. Очень сильно тебя люблю. Вот, обещаю быть тебе лучшим другом, опорой, поддержкой. Всегда быть с тобой, рука об руку, идти вместе. Всегда буду помогать тебе, понимать, поддерживать. Любить. И счастлива, что 5 лет назад встретила тебя. Тогда ни я, ни ты не могли знать, чем закончится наша встреча. Но я знаю, что, сказав сегодня «да», стану счастливой на всю жизнь. Я обещаю быть тебе лучшим другом, верной женой и лучшей мамой твоих детей. Я обещаю уважать тебя, твои взгляды и увлечения. Я обещаю верить в тебя, обещаю быть рядом и поддерживать во всем. Обещаю заботиться о тебе всегда. Ты не просто любимый человек, ты мой родной. Я очень сильно тебя люблю. Вы молоды и прекрасны. Вы любите и любимы. Впереди у вас целая жизнь, по которой вы решили пройти вместе, крепко взявшись за руки. А путь этот начинается здесь и сейчас. Сегодня, 29 июля 2016 года в городе Санкт-Петербурге, ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Счастья, любви, здоровья всем вам принести, таких же красивых, как и вы, детишек. Мы ведь столько испытали, и походы, и Сахары, путешествия, болезни. Все преодолели с честью. Чтобы вы вот эту любовь, которая есть сейчас между вами, пронесли через всю жизнь.